На данный момент в республике созданы 4 полилингвальных комплекса в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше. В Альметьевске и Нижнекамске школы находятся на финальном этапе строительства. Встреча посвящена вопросу формирования коллективов для полилингвальных комплексов данных городов. АДЭМНАР – проект полилингвальных образовательных комплексов на территории Республики Татарстан. Идея создания такого образовательного пространства, преподавание в котором ведется на русском, татарском и английских языках, принадлежит государственному советнику, первому президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. Основной повесткой выступления директора стало привлечение студентов педагогических направлений для формирования коллектива будущей школы. В республике создан уже, работают 4 полилингвальных комплекса. Это у нас 2 в Казани, Елабуге, Челнах, Актаныш, и сегодня строятся Альметьевский и Нижнекамский. Итогом встречи руководящего состава Елабуги с выпускниками педагогических направлений стала речь о реализации на основе современной материально-технической базы в многоязыковой среде, что позволило педагогам таких комплексов непрерывно развиваться и готовить конкурентоспособных учеников. Виктория Казанская, Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз.